Горы грязи, разрушенные плиты, кирпичи и мусор. Как только сугробы растаяли, жители дома номер 22 по улице Кирова увидели плачевный пейзаж. Трубы, по словам местных, поменяли еще в декабре. А вот яму оставили зимовать. Зима была, мороз стоял 40 градусов. Не было воды, раскопали. Зимой кто их закапывать будет? Это вообще пожизненно здесь вот эта вот грязь стоит. Ага. Нет у людей ни воды, ни горячей, ни холодной. Периодически. И постоянно. Прохожие бросают в яму мусор, а жильцы обходят стороной. Говорят, навести порядок на участке им обещали еще 5 апреля. Срок давно прошел, а у дома прежняя картина. Телеканал Омск ТВ выяснил, работы проводила Омская тепловая компания. Там сообщили, с благоустройством территории действительно затянули, однако вынужденно. В связи с загруженностью персонала и спецтехники работы по обратной засыпке участка тепловых сетей по адресу улица Кирова, 22, будут выполнены в срок до 19 апреля 2024 года. А значит, ждать благоустройства местным жителям придется еще полторы недели.